О чем говорят? Меня зовут Дмитрий Щеглов, это «О чем говорят», мы продолжаем, Тарас Самбурский также на связи. В первом эпизоде мы обсудили приближение Сургута к своему 430-летнему юбилею, ну или к годовщине образования, и обсудили, как, с каким набором, скажем так, нюансов, вопросов и проблем в сфере культуры город подошел к этой дате и что можно было бы сделать по этому поводу, в том числе там с Авророй, Домом пионеров и другими нашими знаковыми интересными объектами. Сейчас вспомним про одного человека, который не только друг редакции «Нового города» и постоянный автор нашей газеты, некогда постоянный автор нашей газеты, и до сих пор так или иначе он у нас появляется в своих дневниках. Это Иван Захаров, один из главных или, пожалуй, наверное, даже главный краевед и в Сургуте. 20 лет назад его не стало, это было 13 мая 2004 года. И в этом же году ему бы исполнилось 95 лет, тоже такая, ну скажем, юбилейная дата, юбилейного характера. Тем не менее, вот его бюст находится возле нашей редакции «Сиапресс». Его именем названа одна из улиц города Сургута, но его историческое наследие, скажем так, не настолько востребовано, насколько оно того заслуживает. Пожалуйста, выскажись по этому поводу, что бы ты хотел, как бы ты хотел это прокомментировать. Вопрос общий, а если говорить про фигуру Захарова, то я всегда к ней относился более субъективно, чем там, другим краеведам городским, например, Флегонту по Казаневу, потому что Захарова я близко знал и видел его рабочий процесс с близкого расстояния. В каком-то смысле он меня и настроил в свое время на тему, скажем так, сургутскости, да, на тему сохранения сургутской и самоидентичности как города с большой историей, чем, собственно, я и пытаюсь, там, ну, пытался заниматься много-много лет. Вот. Итак, по Захарову, к сожалению, картина выглядит точно таким образом, как с неодушевленными культурными объектами культурного наследия нашего города, о которых мы говорили выше, там как Дом пионеров, как какие-то другие знаковые культурные объекты, требующие особенного внимания общества и власти, но его не получающие, да? Вот Захаров умер 20 лет назад. 20 лет газета «Новый город» еженедельно печатает полосу его дневников. Насколько я знаю, этих дневников там еще где-то на год, потому что сегодня они публиковались по 93-му году, ну вот он в мае 94-го умер, какое-то еще время не будут выходить. До этого Захаров 2004-го. В каждом номере... Или 94-го? 2004-го, я оговорился. Да. Вот. В 93-м году газета «Новый город» была открыта, вышел первый выпуск. С первого номера Захаров публиковался в «Новом городе» со своими историческими очерками, они так и назывались, Иван Захаров рассказывает, и других, то есть это мы только говорим про дневники, а дневники это абсолютно личная вещь, которую Захаров никогда не предполагал публиковать. Ну, он говорил, вот есть, вот написал, вот тут вот все, что я переживал, но какого-то его личного запроса на публикацию этих дневников я не помню. Но вот именно Людмила Ивановна, дочь Захарова, оживила его рукописи, и 20 лет публикуя их,
сделала удивительную вещь. Простые заметки Захарова, которым он не придавал журналистского значения, превратились в удивительный культурный феномен Сургута. Потому что такого труда, как дневники Захарова, больше нету в Сургуте. Да, я думаю, в очень многих старых городах их нету. Это действительно очень классный труд. И оказалось, что это журналистский труд. И в этом плане Захаров себе, сам того не подозревая, не изменил. Это хронология жизни города на протяжении нескольких десятков лет, который очень спокойным, ровным, не публицистическим стилем, не пафосным, не субъективным, описывал вот эту вот, эту эпоху. Да. Вот. И из тех 20 лет, что издаются дневники Захарова в газетном формате, 15 лет и Людмила Ивановна, и редакция газеты «Новый город» так или иначе вели переговоры с нашим муниципалитетом о том, чтобы эти дневники каким-то образом достойно, красиво издать. Не в виде там, брошюр, а в виде очень красивого, чуть ли не академического такого, по внешнему виду издания. Но вот ВОЗ и ныне там. Сам по себе проект просто дорогостоящий, его трудно поднять на частные деньги, хотя, может быть, и можно попытаться это сделать, но, к сожалению, ни один состав вот, Сургутской администрации, начиная еще со времен Александра Сидорова, не проявил к этой теме никакого интереса. Я считаю, что очень жаль, потому что именно этот труд Захарова не пылился бы на полках, как подарочное издание, да, что мы часто видим в отношении дорого-богато изданных всяких книг. Вот. Он бы читался с удовольствием, потому что это реально интересная вещь. Мне кажется, что, пользуясь годом 430-летия Сургута, годом 20-летия со смерти краеведа, годом 95-летия со дня его рождения, которое случится 5 октября, можно было бы, наконец, включить издание трудов Захарова в какую-то городскую программу и закрыть этот вопрос. Это очень правильная вещь, просто это очень ценная вещь. Может быть, не все чиновники управления культуры понимают ценность этой вещи, но если бы они потратили какое-то время на экспертные долгие разговоры с, я не знаю, с культурной общественностью города, со старыми сургутянами, они бы услышали много убедительных доводов в пользу того, что такие уникальные граждане, как Захаров, не могут оставаться в забытии. Сегодня Захаров жив только потому, что жива его дочь Людмила Ивановна, которая продолжает его дело виртуозно совершенно, да, и жива редакция газеты «Новый город», которая под это все дает свою площадку. А так бы Захаров был забыт, как и Показанев, как и многие другие краеведы и историки, и достойные сургутяне через пару лет после их смерти. Вот это вот печальная вещь. Это то направление, которое культурная власть Сургута должна, обязана просто переосмыслить и что-то поменять. Вот что-то поменять. Культурное направление у такого города, как Сургут, должно греметь. Город должен звучать как культурный центр. Не как центр таксистов и кассиров из мигрантской среды, а как огромный культурный центр вот в Западной Сибири, да, привлекающий своей мощью к себе внимание, аккумулирующий там дополнительные силы. Этого не происходит. И вот история с Захаровым как раз о том, как уже имеющийся материал можно сделать настоящим культурным прорывом и явлением
И на этом зарабатывать себе и политические очки в том числе. Ради бога, зарабатывайте. Но это будут главным образом очки культурные и общественные. Да, тем более, что направление нашей общей, общероссийской политики, история, корни, откуда мы идем, что мы делаем. То есть и здесь вот Иван Захаров, наверное, как бы актуален, потому что он как раз про историю и про то, откуда Сургут, как он формировался и что там вообще происходило. Ладно, будем завершать, о чем говорят на этой неделе. Подписывайтесь на нас в Ютубе, ставьте лайки, это важно и хорошо. Расшифровки. Читайте у нас на сайте seapress.ru, и не только расшифровки, но и все наши разные другие материалы, блоги, интервью и так далее. Там много всего интересного. Еще в телеграм-канал подписывайтесь, там тоже хорошо. И до новых встреч, через неделю вновь увидимся. До свидания. Спасибо всем, друзья, всем пока.